так остро и неповторим, как будто живем одного на карте реального Крыма. Растут неземные слова, родные, как хлебная корка, чудные, как лысый Кощей. А это вот радиогорка. Что это за слово вообще? Нелепица, радиогорка. Слова исполнены смыслом, слова отвечают за суть, вмещают законы и числа, торопят отправиться в путь. А в этом бессмысленном слове от логики нет ничего, но что-то в нем есть о любови. И это дороже всего. Что-то в нем есть о любови, и это дороже всего. И смутными смыслами полны, рожденные в дальнем краю, высокие радиоволны качают округу мою, срывая соломки и фетры, небесную силой живой. Свободные радиоветры летят над моей головой. Ступени и вид из окошка, где видится та сторона, где древняя.